Всем привет! Продолжаем ремонтировать девольты. Это у нас D25-144. 19-й год. 6-й месяц, 19-й год. Свежая модель. Ну, насколько свежая? 3 года. Двигатель крутится. Реверс работает. То есть электрика работает, вал не крутится вообще. То есть там слизано что-то на редукторе. Снимем патрон. Проверить можно его. Патрон нормальный. Берем ручку. Видите, у девольта еще есть такая проблема. Видите, как контакт ходит. Также и щетки могут быть с контактами здесь. Это частая беда. Не первый раз вижу просто. Не забывайте снимать эту пластину, а то некоторые не знают, что она тут есть, пытаются вытащить двигатель. Двигатель так не вытащится. Можно реверс снять. Переключаем вот в это положение. И здесь два винта. Откручиваем, и его можно вытащить. Я не буду этого делать, потому как... Это не нужно. Да, кстати, переключатель вытащу. Он уже самодельный. Маски жопа.
Ну вот, немного вытер. Откручиваем дальше. Так, снимем кольцо. Шестерня. Ну вот, судя по деталям редуктора, он в идеале. Я же говорю, вот вольта редуктора просто отличные. Металл просто супер. Но электрика полное говно. Ну вот что с ним произошло. Я думаю, даже ответная шестерня там целая. То есть редуктор, даже двигатель из говёного металла, а сам редуктор из нормального. Даже переключатель, вот пружинка ровная, идеальная. Муфта вот вообще вся идеальная. Никакого износа. Это маркером написано. Ну и вот на пьяном шестерне на ней виден. Но опять же непонятно, она даже может нормальная. Хотя не. Износ у нее. Ну а проблема в том, что шестерня отдельно не продается. Это вот эта деталь вся в сборе. Даже подшипник отдельно не идет. Я так пьяный вообще в идеале. Ну а здесь, чтобы долезть до внутренностей, нужно снять вот эту шестерню. Муфту. А муфта, я думаю, здесь в идеале. Есть ощущение, что здесь не такая должна быть ступенька, а может и такая. Короче, тут все нормально. Даже та же пружина, как новая. Ну и вывод, менять надо пьяный и двигатель, и смазку, и прокладки. Три штучки. Ну и вот это можно колечко поменять. А четыре штучки вот сюда еще прокладку.
и все. Добрый день. Алло. Сервис по поводу перфоратора 2 вольт. Ага, ага. Значит, у него там ротор надо менять. Там слезалось, короче, на роторе на валу, и шестер неответная на пьяном подшипнике. Ага, плюс ага. Прокладки. Получается 10-125.